Столетний юбилей со времени образования системы дополнительного образования празднуют в 2018 году по всей стране. Во Дворце детского и юношеского творчества прошло заседание коллегии Департамента образования мэрии Магадана, а также концерт и церемония награждения лучших педагогов города. Преподаватели доп. Образования получили благодарственные письма мэрии города, почетные грамоты Департамента образования и благодарственные письма Магаданской городской думы. Для педагогов и гостей торжества на сцене выступили детские творческие коллективы областного центра. У нас, в частности, в городе это и спортивные школы, это и наши учреждения культуры, детские музыкальные школы, школы искусств. У нас есть наш любимый детский экологический центр и преобразование дворец детского и юношеского творчества. Но в перспективе до 2020 года в Магадане появится кванториум. В детских объединениях доп. Образования Магадана обучаются 5000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Более 2500 человек получают дополнительное образование в кружках и секциях на базе общеобразовательных учреждений.